Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Сегодня 4 июня 2019 года. Ожидаемое пополнение. Ну, как ожидаемое, мы, конечно, знали. Но, если честно, я не стал даже приходить принимать роды. Все произошло. Как это сказать? Естественным. Да, естественным путем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять поросяток. Свиноматка. Что заметил? Когда свиноматка кормится зерном, зажиревает и детки. Ну, короче, такое. Ей хорошо, когда она кормится травка, выгул. Тогда все и происходит хорошо. И даже если старая свинка, все равно нормально все. Так что вот так вот пополнение у нас такое. Посмотрим, как у них жизнь пойдет. Сложится, не сложится. Мама сама, он, видите. Хряк пытается постоянно меня укусить. Ну что-то вообще там припух. Детки цепляются за сиськи нормально. Молоко, я думаю, уже нашли. Так что не будем мешать им. Тыдыщ. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комменты. Всего доброго.